одно серьезное обращение в, скажем так, в рассмотрении, и для которого привлечены в том числе и правоохранительные органы. Это инцидент, который произошел в ДК «Химволокно», но я могу сказать, что очень оперативно сработала полиция, и на сегодняшний момент мы уже имеем протокол о привлечении к административной ответственности одного из членов участковой избирательной комиссии. Протокол сейчас направлен для согласования в прокуратуру Тверской области. Но в свете того, что все очень оперативно было зафиксировано и предотвращено на избирательном участке, мы надеемся, что этот инцидент никоим образом не повлияет на итоги голосования на этом избирательном участке. Потому что, скажем так, было злостное преднамерение, которое было пресечено, и, скажем так, те бюллетени, которые, возможно, могли быть использованы не по прямому назначению, они не в стационарные ящики не попали, они были изъяты. Два человека там задержаны также полицией. Ситуация в том, что якобы люди, не прописанные на избирательном участке, пытались получить избирательные бюллетени для того, чтобы проголосовать. А протокол об админнарушении на члена комиссии? Который им бюллетени, да. Да, да. Да, да. Этот человек отстранен от работы в участковой избирательной комиссии, и там сейчас вот полиция проводит соответствующую проверку.